Всем привет, дорогие друзья! Пришла у меня посылка с AliExpress. Отправляли ее уже с России. Это зеркало заднего вида со встроенным регистратором и с подключенной задней камерой. Вот такие дела. Давайте распакуем. В принципе, шло оно дольше, чем должно быть. Где-то я ожидал его получить через 5 дней после заказа. Продавец, в принципе, отправил в тот же день, когда я и заказал. Но посылка шла дней 6, наверное. Вот такая вот у нас коробочка. Вот фирма. Видел я именно этих зеркал 3 вида. В Китае 2. То есть другая фирма. И дороже там выходит она долларов, может, 30. И в России уже, по-моему, Технопоинт ДНС тоже еще дороже на 30 баксов. То есть на 60 баксов разница от того, что я купил. Вот так вот. Что у нас, где у нас? Вот такой вот лист защищает это все. Дальше. Еще раз полизольчик, кусочек. Здесь у нас идет дальше вот это вот зеркало. Собственно, я хотел выбрать, чтобы оно сочеталось полностью с экраном. Экран где-то 4,3 дюйма. Вот так по диагонали. Но вот выбрал, чтобы именно... Не нашел я за такую цену, чтобы у нас он сливался с экран с зеркалом. В общем, выбрал я с правой стороны, чтобы эта часть более ходовая, чтобы он не мешал. Есть экраны с вот этой стороны и посередине. Я считаю, что самое оптимальное экран, когда с вот этой вот стороны. Итак, ну давайте продолжим. Здесь у нас разъем под флешку, USB и подключение задней камеры. Здесь у нас логотип компании наклеенный. Если вы купите, можно купить другое, точно такое же зеркало с другим логотипом. Вот. Камера у нас поворачивается. Угол обзора небольшой, по-моему, 160 градусов, что ли. В общем, оптимально, 100, ну, самый лучший вариант это на 180. Говорят, есть такие вот, или хотя бы на 170 угол обзора. Так, ладно, давайте дальше продолжим. Здесь у меня соберем коробочка. Здесь у нас, собственно, лежит камера. Давайте хоть посмотрим, на что она похожа. Это камера в пакетике. Провод такой, я уже чувствую, что такая обмотка у него плотная. Камера у нас обычная. Вот я, кстати, не помню. Есть такие маленькие, худенькие, а есть именно вот такие. С какой он должен был прийти у меня? О, блин, еще бы размотать. Железка такая серьезная. Лежит камера, получается, это у нас 4 диодика, они там светятся. Камера водонепроницаемая, типа, но все равно примойки, я смотрел, рекомендуют. Не именно это китайцы, а вообще все рекомендуют сильно ее не вымывать. Это здесь у нас какой-то соединительный переходник. Ну, я думаю, что он не разбирается, цельный у нас. Это у нас уже идет зеркало. И два провода для питания, вот, или одно, ну, по крайней мере, я пока, вот два провода для питания, нет, что-то не вижу, ну, в общем, короче, у нас минус должен тоже быть здесь на камере. Хорошо, зарядное устройство, уже видим, тоже выбирал зарядное устройство, что было вот примерно такое, а не вот такое, вот как на старом регистраторе, все, наверное, видели вот эти H198, или как они там называются, дальше достать не могу. Получается, так вот поверну. Вот такого вот. Это самые дешевые регистраторы когда-то выпускали с такими зарядками. И зеркала есть тоже с такими. Я искал уже более такое, чтобы покрасивее было. И вот сейчас мне такой интересует момент насчет предохранителя. Я к ним так часто цепляюсь. Есть здесь предохранитель. Кстати, бывало даже, что приходили устройства с поломанным предохранителем. Как бы это ничего страшного, но хорошо, что он вообще существует здесь. Ну и, собственно, зарядное устройство получается. Вот, мини-USB. Скорее всего, оно так обзывается. Не микро, а мини. Вот, длина, ну, наверное, штатная. Вот здесь у нас получается еще резинки. Вот такие вот силиконовые. Не знаю, не рвутся, но вот я пару раз снимал зеркало. Но, в принципе... Ну, резинка нормальная, ничего с ней не сталось. Такие резинки, вот. Продавец положил нам еще вот такую вот
подарок. Какой-то гифт. Гифт micro USB. Здесь лопнуто. Что очень грязное. Короче, ну такое. Попортило себе мнение. Так, пакетик. И вот такой мануальчик. Собственно, как проводить и все такое. Ну вот, собственно, я хочу еще, конечно, попробовать подцепиться к старому питанию, чтобы пока провода не кидать, поездить без задней камеры. Просто его затестирую как регистратор. Вот, пишет на у нас на английском, на русском. Блин, ничего не видно, солнце светит, железяка гребит. Ну вот, собственно, блин, отливается. Блин, не могу понять. А, все-таки камера вот работает в правом углу. Вот сейчас на руль. Вот получается, вот ты едешь, запись уже пошла. И, собственно, вот камера заднего вида тоже одновременно снимает. То есть, если там какой-то грубиян, сзади можно как бы его заснять. Вот так вот. Вот такие дела, короче. Ну вот. Конечно, неудобно снимать, блин, в автомобиле жарко сейчас. Еще бы это все закинуть вам на видео. Так, камера у нас получается, если в таком положении я ее держу, то есть в таком, она у меня снимает вверх ногами. Мне ее нужно развернуть. И вот, в принципе, вот так вот камера снимает. Вот так вот, в принципе, камера снимает, если перевернуть вверх ногами, то она будет, конечно, вверх ногами картинка. Так, теперь мы, интересно, будет два файла или нет. Ну вот это, конечно, понятно, что это камера настраиваемая. Вот тут немножко, конечно, отсвечивает, но как картинка показывает, все ясно. Ну вот, собственно, я поставил. В принципе, по времени у нас мало. Это вот отсвечивает хлам. А, пленку пока сдирать не буду. Выглядит оно вот так вот. Провод там идет, получается, на лягушку задней передачи. То есть ты включаешь заднюю передачу, тут меняется все. Получается, картинка на заднюю камеру. Можно также само вручную включать. Но я пока сейчас отключил. Ну вот, получается, можно ехать, вот, допустим, не смотреть, вот, что регистратор снимает, а просто пользуется как зеркалом. Оно не выключено, оно работает, то есть без экрана. Также есть выключение экрана. Вот. Сейчас мы зайдем за настройки и как бы вам покажу, что тут есть. Вот, в принципе, фотографирование качества фотографии 8 мегапикселей, там максимально, по-моему, 10 или 12. Вот. Ну, это как бы пока не интересно. Это экспозиция. Загрузка видео. Вот я и не разобрался, что это такое. Галочку поставил. Хранитель экрана, но это, то есть отключается. Там ставит тайм-аут. Отключается просто экран. Звук, видеозвук включим. Дальше. Парковка мониторинга. Я не знаю, это вот именно желтенькие эти линии или нет, которые помогают парковаться. Это уже когда я поставлю камеру, будет видно. G-сенсор, это при датчик удара стоит. Я поставил самый тупой. Вот, он на 8G. Он на разных зеркалах по-разному пишется. Это G-сенсор. В общем, так не разобраться. Автовыключение 3 минуты. Есть просто, чтобы не выключать, 10 минут 5. А вот такого, чтобы там зажигание выключил, питание пропало, и он как бы перестал записывать. Такого нету. Тут настройка даты, русский язык сразу стоял, водяной знак, и форматирование, и заводские настройки, а также сама версия прошивочки. Ну, в принципе, вот, и я как бы зеркалом доволен. Сейчас мы попробуем просто, я выключил зажигание, сейчас заново включу. Вот он, собственно, сам включился. Вот это меня интересовало еще, чтобы он сразу начал записывать. Также само датчик движения, человечек нарисованный. Так, выключу. Так, выключил. Все, он запись перестал. То есть он будет записывать, когда если кто-то пройдет там или машину толкнут.
Вот так вот. Стало у меня зеркало, у меня получается большое. Здесь она получается, ну, батарейка не заряжена. Здесь у нас получается оно притирочку просто. Здесь у нас выпирает. В общем, короче, не знаю, как с той стороны она будет смотреться. Давайте посмотрим.